кто мог ожидать, будто ЦСКА сразу соперника запрет и забьет в 12-й минуте пару. Нет. Потихонечку возвращают мяч. Заброс на Тошича. Нет офсайда. Марио Фернандес входит в штрафную. Бей! И Давид де Хеа. А на 11-метровую отметку показывает. Нет, судья. Да, похоже на то. Я начинаю с ним спорить, защитники. Но Манчестер Юнайтед. Нет, все-таки, видимо, угловой. Такой указывающий перст. Настолько все это было уверенно, прибежал и показал. Погоди, Рома. Нет, пенальти, пенальти, да, нет, все пенальти, правильно, желтая, да, карточка вот защитнику. Но де Хеа в любом случае вытащил фантастически, что тут Марсель. Рукой играет раньше еще до прохода. Или там как? Была рука. Да, вот уже арбитр, так сказать, я понимаю, так дал свисток. Потому что если бы не остановил, тогда эпизод был бы заигран. Я понимаю, что свисток был дан уже тогда, но переполнен стадион. И уж точно мне из кабины верхней было не слышно. А тебе? Мне тоже не было слышно. Умолкаем. Очень активно себя ведут болельщики. Умолкаем, потому что пенальти, да, есть деревяшка какая-нибудь. Стучим. Очень надо. Роман Еременко у мяча. И все-таки гол. Не мытьем, так катаньем. Голом в горле стоят уже эти пенальти, но все-таки это случилось. Как осторожно бил Еременко. Де Хеа потащил. Штанга — лучшая подруга вратаря. Но ЦСКА играет эпизод до конца и забивает мяч. Выходя вперед. По сути, первый момент. Ну, действительно забавно, все-таки пенальти — это не история ЦСКА, но то, что забивает Думбия, лучший бомбардир команды в этом сезоне, тоже символично. Он первый на добивании, как раз Де Хеа после гола уже обращал внимание от дополнительного ассистента главного арбитра, не раньше ли, мол, Думбия бежал в штрафную площадь, но нет, гол засчитан. Еременко пробил, не так уж и плохо, допустим, победа 1-0, скажем, мы очень правильно выбрали тактику. Только по результату. Ну, такая игра в футбол. Марсиаль, штанга и гол. 1-1. 1-1. Ну, к этому шло. Я недавно, недаром говорил, что тревожную игру надо было, конечно, передвигать. Игорь Акинфеев. Да, и кто дал пробить. На 0 опять не сыграли. Марсиаль, который 15 минут второго тайма провел на фланге на левом, теперь сместился в центр и сделал то, ради чего Манчестер платил грандиозные деньги. И та самая штанга, которая сначала отразила пенальти Еременко, на сей раз мяч закинула в ворота. Но разыграли здорово. Манкунианцы опять через тот же правый фланг. Очень чисто. Передача. Марсиаль вообще один. Его никто не держит. Удар хороший, у Акинфеева шансов 0. 1-1. Но сразу после гола Игорь Акинфеев гневно высказывал Зорану Тошичу претензии. Видимо, действительно, его не хватило.